Добрый день. Вы искали лечение сахарного диабета? Ну, я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко. Занимаюсь этим вопросом больше 25 лет. Опубликовал на разные темы почти 50 книг, из них более 5 по лечению сахарного диабета. Почему сахарный диабет в официальной медицине признан неизлечимым заболеванием? Да все очень просто. Просто когда повышается уровень сахара в крови, повышается опасность. Потому что он пропитывает эритроциты, резко увеличивается вязкость крови. А проходя сквозь капилляры, эритроцит забивает этот капилляр и появляется самое опасное осложнение сахарного диабета – диабетическая ангиопатия. Медицина давит сахар в крови. И неважно, это диабет первого типа, когда просто не хватает инсулина и просто идет заместительная терапия. Либо это диабет второго типа, когда загоняется сахар в клетки, а они не самые мощные потребители глюкозы. Но уровень сахара снижается, и вместе с ним снижаются риски. Поэтому медицина объявила диабет второго типа и первого типа неизлечимыми болезнями и сопровождает человека, снизив для него риски по здоровью и опасность для жизни сегодня. Но, когда даются синтетические препараты при диабете второго типа, они не могут улучшить самого главного распределителя глюкозы – это печень. От печени зависит управление обменом веществ, в том числе и уровнем сахара. Я подхожу к диабету второго типа совершенно с другой стороны. Я улучшаю работу печени. Да, это лечение не быстрое, но от 2 до 4 месяцев нужно для восстановления печени. И 80% людей выходят из диагноза, потому что я восстанавливаю печень и ее участие в углеводном обмене. Потому что диабет второго типа – это чаще всего не самостоятельное заболевание. Это симптомокомплекс, связанный с плохой работой печени, в которой при этом практически всегда присутствует жировой гепатоз или стеатогепатит. Лечением этих заболеваний я и занимаюсь, а сахарный диабет второго типа постепенно потом уходит. Если вы хотите вылечить сахарный диабет, не вопрос, теперь вы знаете, что делать. Кстати, при диабете первого типа тоже можно помочь. Почему? Потому что это аутоиммунный процесс. А аутоиммунные процессы зависят от чистоты крови. Грязная кровь, аутоиммунный процесс есть. Чистая кровь, аутоиммунный процесс куда-то девается. Поэтому, очистив кровь, это тут сложнее. Почему? Потому что я не могу управлять чистотой крови в режиме реального времени. Кровь-то чище, то грязнее, поэтому инсулин будет плясать. Поэтому там немножко сложнее, потому что управление уровнем сахара будет немножко нарушено. Потому что инсулина то больше, то меньше, понимаете, от этого зависит уровень сахара. Но все равно будет лучше, потому что осложнения сахарного диабета прямые – это диабетическая ангиопатия, а следствие – это атеросклероз сосудов. Почему? Потому что клетки, не получая свой сахар, переходят на жиры, в сосудах развивается атеросклероз. Это тоже осложнение, которое тоже, в принципе, относительно легко предотвратить, улучшив работу печени. Поэтому, если вы считаете, что вам необходимо пожизненное лечение, сопровождение сахарного диабета, вы уже это делаете. Если вы хотите выйти из сахарного диабета, уменьшить его осложнение, вы видите контакты, вы легко можете обратиться.